Ангелы – это очень медленные пацаны, которые курят в кулаки какие-то шоколадные сигареты. Они переливают из пустого в порожнее, там, на небесах. Облака пахнут ванилью, все так чисто, безопасно, ухоженно. Как завтрак в самолете, стоящем в аэропорту на вечной стоянке. Иногда они смотрят старые боевики и думают, что и они могли бы. Потом идут куда-то вместе, немного понуро. Приходят, а это сад. Идут под яблони, подбирают плоды из древа познания добра и зла. Кусают. Жуют. Для них они безвредны, как и все остальное. Проходит день, наступает следующий, и они снова смотрят боевики по телеку величиной с неба.